освобождение города Армянска. 8 апреля 44 года освобожден был город Армянска. Армянск. Сегодня я вам покажу, что происходит в городе. Данил, ты уже здесь? Пойдемте дальше смотреть. Подожди, 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 не спеши. Залазь. А тут военные. Пошли, вон там место есть. А где Даня? Ну, все, Даня! А, слушай, а надо к заминированию, Даня. А где его шапка? Я сняла. В машине сидит. Людей очень много. Несмотря на ветер, что такая погода все-таки прохладная. Людей очень много, много детей. Такая военная техника. Вся техника времен Великой Отечественной войны. Бабушка, приведите. Ну пошли на мотоцикл. Мам, мотоцикл, я посмотрю. Мама! Мотоцикл! Мам, смотри, какой машина! Ты ее Ну, красавица какая! Мам, идем на лес! Я хочу на лес! Вон мотоцикл. Куда он убрал? Мам, я хочу вот сюда. Где Славка? Где Даня? Мотоцикл! Полевая кухня работает, дают кашу. У нас кухня полевая. Людей, вау! У меня сегодня голос немножко пропал. Такой поезд Победы. Поезд Победы стартует именно из Армянска, потому что это есть ворота Крыма, это то место, которое первое освободили в Крыму. Армянск, как говорят,
ветераны. 3-4 минимум раза освобождали и снова отступали. Все-таки победу одержали. Именно с Армянска началось освобождение города и всего Крыма. В таких вагонах возили солдат. Попробуем зайти сейчас. Пойдем. Будешь стоять минут 5. Давай пропустим, Петя. Руку отцепи. Привет! Толкаемся. Ну, давай. А что вы там? Смотрите. Ты куда пойдешь? Ой, да тут целый музей. А вот тут маленький мальчик. Солдаты. Ой, я хочу спали. Мам, тут солдаты спали? Да. Где? Я хочу точку. Залазь, смотри. Я тоже хочу. А можно обойти? Кто здесь? Можно. Заходите, заходите. Да. Такие вот битвы шли у нас тут. Мама, на Севашах. На конце темно, не очень хорошо видно, но... такой музей на колесах. Блин, я освобождался. Ага, Мари! А? Вот это наш перешеек. Что? Пойдем. Еле его на конце уже поймал. Подожди.
маленький муравейник. Все куда-то бегут. ГАЗ. Мам, что тут написано? ГАЗ имени Молотова. ГАЗ имени Молотова. Пойдем сюда посмотрим. Иди. Это что за техника? Здрасте. Я весь папу вообще. Один в один. Еще ямы. Это все газы. А чего так в России березы шумят? А чего белоствольный все понимает? У дорог, прислонившись по лету, стоят. И листвой так печально. Я пойду по дороге иной, по сердцу шашлыки.